Областная дума сегодня внесла ряд изменений в региональный бюджет. По предложению правительства более 400 миллионов в течение 3 лет будет выделено на реконструкцию водоочистных сооружений в районах. Также дополнительные средства направят на социальную сферу, благоустройство, строительство мусоросортировочных комплексов. Подробнее Алексей Дмитриев. Депутаты оживились уже в самом начале заседания при обсуждении его повестки. Совет Думы принял решение исключить из нее 22-й вопрос о внесении изменений в областной закон о региональном капитале «Первый ребенок», с чем был не согласен один из инициаторов предложенных поправок Дмитрий Игнатов. Впрочем, остальные депутаты, независимо от фракции, в данном вопросе коллегу не поддержали. Я очень заинтересован в том, чтобы действительно был более прогрессивный и более человеческом плане принят законопроект, о котором мы сегодня ведем обсуждение. Но мне создается впечатление, что вас интересует не закон, а шум вокруг этого закона. Очередной всплеск эмоций случился у народных избранников при обсуждении закона об отходах производства и потребления. Тарифы на утилизацию мусора выросли, и население это волнует. Хотя они у нас в области, как неоднократно отмечали чиновники, одни из самых низких по стране. Но главное, все это направлено не просто на повышение стоимости, а для улучшения качества обслуживания и защиты окружающей среды. Мы сейчас начинаем возить уже мусор из тех деревень, из которых его в принципе не возили никогда. Мы распространяем зону покрытия регионального оператора на удаленные населенные пункты. Мы внедряем сейчас сортировочные современные комплексы. Мы оптимизируем логистику перемещения мусора с тем, чтобы как можно меньше его количество захоранивалось традиционным способом на полигонах и уходило на переработку. Пока сортировочный комплекс действует только в Великом Новгороде. Еще 2 в Старой Руси и Окуловке установлены, но заработают только весной, о чем власти честно изначально предупреждали. Необходимо время на юридические процедуры по передаче комплексов эксплуатирующим организациям. Что касается качества вывоза мусора, у населения по-прежнему много претензий. Из 3 контейнерных площадок, расположенных на одном пятачке, та, что за моей спиной, самая живописная, соответственно, неубранная. От чего это зависит? От управляющей компании, регионального оператора или же все-таки от жильцов? Мне лично непонятно. Этот мусорный треугольник расположен во дворах в начале улицы Московской. Все 3 контейнерные площадки обустроены по-разному, да и степень их наполненности очень сильно отличается. При этом все они, скажем прямо, далеки от идеала. А самый ценный мусор отбирают свободные сортировщики, лишая потенциальных доходов официальных операторов. Алексей Дмитриев, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.